мне пора. Привет. Как на работе? Нормально. Что читаешь? Ага. Решила, куда будешь поступать? Пока нет. Мы с Джошем еще думаем. Значит, учиться хочешь там же, где и Джош? Вы с мамой вместе со школы? Да. Вот только про особую связь не надо? Марго! Особая связь, ты о ней? Да, о ней. У нас с тобой была связь. Все устроено сложно, но всегда есть решение. Я эту тачку уже видел. Из банка. Эти люди не из банка. Держись. В общем, надо уезжать. Нас нашли. Найдем убежище. Прощай, Америка. Не поминай лихо. Что он сделал? Прости. Сумка всего одна. 10 минут на сборы. У тебя много неприятностей? Хватает. Не все можно исправить. Конечно, все. Главное, чтобы было желание это сделать. Никому не нравится сложившаяся ситуация. И обострять ее никто не хочет. Это может показаться дурным примером для детей. Будет приключение. В Мексику направляется кучка беглецов. А мои планы? Поехать учиться и начать жить. Я не могу прятаться вечно с вами. А что твой муж натворил? Это трудно объяснить. Я вами интересуюсь, если вы тот, за кого вас принял чудо. Боюсь, мы испытываем неловкость из-за этого разговора. Зачем вы так с ним? Зачем он так с вами? Дина. Куда вы направляетесь?